Всем привет, мои дорогие. Вот и настал тот день, когда мы закупаемся к школе. Сейчас едем делать закупочку школьников. Вот, спрашивали тоже в комментариях, писали, когда будут покупки к школе. Вот сегодня настал тот день, когда мы едем. Вообще думали, куда ехать, в Липецк или Воронеж. Как бы особой разницы нет, в принципе, расстояние, что туда, что туда. От нас одинаковая практически, ну там плюс-минус. Решили, что поедем в Липецк сегодня. Так что погнали, сейчас на заправочке заправляемся и мчим. Кто-то меня снимает. Приехали. Приехали в Европу. Погнали за купаться. Зачем мы погнали? Женя, здесь вход есть. Ну да ладно. Приехали, ребята, сидим сейчас в Европе, заказали сет, ждем роллы. Здесь у меня молочные милкшейки. Я вообще хотела просто шейк, но делают только молочные. Очень мало, кстати, работает здесь фудкорта, то есть как бы, ну, много закрыто. Вот, поэтому, ну что есть, то и как бы так сейчас покушаем и пойдем за покупочками уже. Открывайте. Это что с беконом? Блин, я же не ем мясо. Не мое. Приятно все. Так, примерка полным ходом. Вот такие вот бочки Диана все убирает. Угу. Смешно как? Да? Юбочку покажу. Красавцы. Где эти? Диана, скажи, видно, что ровно. Вот отсюда вид твой покажу. Насчет юбки пока терзает сомнение. В принципе, хорошо смотрится. Если бы она в таре была, она не знаю, так да? Уже вообще кукольно. Ну, а как мне? Вот. Нет, так хорошо. И брючки. Вот эти брючки мы возьмем. Ищем вот они брючки. Вот эти бочки она берет. Ну, так ничего, кстати, да? Но только, мне кажется, не длинновато. Так, хорошо. Ну что там? Не забирай. Пошел. Нет слов, да? Тебе нравится? Не очень. Не очень? Ну, мне не очень, я тебя не знаю. Ты там, ты куда смотришь сюда-то? Чуть тебе не нравится? Вообще без ремня. А, вот. Она. Диана. Потом вам покажу, что Диана все купила. Сейчас пока просто разбираю пакетики, но покажу, что из Ашана вот мы купили. Это, кстати, Диане надо отнести, это она себе что-то там брала. Для живописи. Вот тоже. Тоже сказала, будет делать что-то вкусное. Булочки чесночные. Крышки себе взяла. По-моему, по 8-6 они будут. 10 штучек. Ну, по 10, в смысле. А это что такое? Ты кто брал? Диана, что ли? Скорее всего. Заранее. Еда, не еда, морской микс. Жень, на ей отдала. Давай то. Что? А, вот это? Так, тут тоже что-то. Ну тут еще вот, ну ладно. Ручки вот, вот такие. Вот, водичка. Ну я просто вынимаю, что накупили. Потому что все в перемешку. Пинцет. Пинцет, пинцет. Это все тоже, кстати, ее. Так, а это мука. Не буду ее доставать, пакетик пока. Ребята, показываю вам, что купили. Купили, разумеется, не все к школе. Еще поедем покупать. Ну, пока вот то, что взяли. Вот такие брюки Диана взяла себе. Да, сейчас кто-то скажет, все черное. Ну, что я могу поделать, если у меня ребенок любит черное? Ничего с этим не поделаю. Как бы, ну, черный цвет, я не знаю. Как бы, ну, как бы вот так, ладно. А, в общем, вот брюки.
можно сказать, 3000 они, да, в Бифре мы их брали. Вот такие вот штаны. Ну, это на физкультуру, она в прошлом году такие брала. На весь год, наверное, не знаю, не хватит, потому что вот эти вот штаны имеют свойство, знаете, скатываться и все собирать. Вот видно прям, да? Поэтому не знаю. Но у нее, в принципе, есть спортивный костюм, поэтому она просто взяла как бы еще вот такие штанишки. Так, сколько они тут стоили? 799 рублей. Пенал вот такой взяла она себе. Это мы, по-моему, в офис Мак были, там брали. Так, вот такой ремень. Ремни Диана любит. Сейчас я вот тоже Бифрим его взяли. По-моему, 600. Сколько он здесь стоил? Ну да, 600 рублей. И рюкзак еще. А, да, еще ботинки сейчас покажем. Ну, сначала рюкзак. Еще вот такой рюкзак. Так, 3499. Взяли мы его в каре. Не знаю, что-то прям так понравилось. И мне, и ей. Такой хорошенький. Ничего лишнего в нем нет. Вот. Как бы вот такой рюкзачок. Ну, он удобный такой. Ну, классный. Мне понравился. Не знаю. Диане тоже понравился. И сейчас еще покажу. Ботиночки она взяла. Тоже здесь. Я уже их сюда принесла. Вот такие тоже Бифрим мы взяли. Ботинки. Ну, вот они 2600. Не знаю, видно, не видно. Ну вот, вроде бы видно. Ну, это вот сейчас прям на осень. Бегать в школу. Ну и все, собственно. Кроссовки она не брала, потому что в прошлом году брала. Ну, не знаю, может быть, какие-нибудь, если попадутся, еще возьмем. А так как бы не принципиально было искать их. Еще хотелось бы юбочку, наверное, взять, найти. И, может быть, пиджачок. Ну, а так, в принципе, у нее все есть.